я не понимаю. Я... Моя фамилия Трапс, я коммерсант. У меня беда, моя машина. Нет, нет, это не моя машина. Моя вот. Пожалуйста. Вы можете взять меня на буксир? Нет. Вы слишком большой для меня. До первого гаража? Нет. Пока они будут возиться, мы с вами пообедаем, а потом я вас возьму на буксир. Идет? Не идет. Почему? Я уже обедала. Но назовем это ужином? Нет, нет, я еду на вокзал встречать тело моего мужа. О, простите. Все в порядке. Живое тело моего мужа. Эй, эй, крикните на станции обслуживания, пусть подъедут. Вам в самом деле нужна техпомощь? А чем я, по-вашему, развлекаюсь в этой глуши? Откуда мне знать? Я крикну. Бай-бай. Бай-бай. Попробуй включи. Еще раз, еще раз. Черт подери, тут кажется надолго. Что с мотором? Нарушена подача бензина. Сегодня вы на этой машине никуда не поедете. А когда, по-вашему, я поеду на ней? Сказал завтра. Вы не сказали. Разве? Часов в 9 утра, не раньше. Сейчас уже почти 6, не так ли? А в субботний вечер никого не заставишь работать. Отсюда далеко до вокзала? Пустяки. Но поезд... Один уже ушел. Вот сейчас уходит без 10:50. Да. А другой только в 2:30 ночи.
вашем захолустье найдется, где переночевать? Да. Заводите вы тут от скуки. А вдруг что-нибудь? Что? Что-нибудь? Я все-таки попробую заночевать где-нибудь. Остановимся у какого-нибудь трактира. Ну, в трактире вряд ли. Почему вряд ли? Съезд скотоводов. Вряд ли найдете место. Что посоветуешь? Моя невеста работает в доме, где хозяин иногда принимает постояльца. Хозяин? Хозяин — это всегда плохо. Я люблю чувствовать себя свободно. Ну, почему? Это большой дом, очень хороший. Симона довольна работой. Симона? Моя невеста, я говорю. Вы не говорили? Разве? Как его зовут? Судья. Господин судья. Моя фамилия Трапс. Альфред Трапс, могу я у вас переночевать, господин судья? Здравствуй, Фридрих. Вечер добрый, господин судья. У него забарахлила машина. Ваше занятие? Занимаюсь текстильным делом. Конечно, вы можете остаться. Спасибо, Фридрих. Ты зайдешь к Симоне? О, нет. Ну, право же, я обещал завтра к утру исправить машину. А работы там достаточно. Садитесь. Садитесь! В кулинарии я вижу смысл остатка своей жизни, своих дней. Кулинарии и в суде. Разве вы еще не на пенсии? Да, давно уже. Иногда мне кажется, что я всю жизнь на пенсии. Господин Трапп, скажите, в правосудии есть тоже своя красота и свой вкус, не так ли? А? Если правосудие настоящее, конечно. Возможно. Если оно только могло бы быть настоящим. Но чаще всего она только фарс. Защищает тех, которые в защите не нуждаются, и подавляет тех, которые без того унижены. Я рад, что вы так думаете. Я живу один. И Симона, разумеется, но она сама по себе.
в известном смысле. Симона. У-у-у. Симона. Это мир моей жены, покойной. А я здесь. Пока здесь. Симона. Симона. Симона, это господин Трапс. Я правильно произношу вашу фамилию? Господин Трапс сегодня ночует у нас. В какой комнате поселить? Пусть выберет гость. Нет, позвольте. Это моя обязанность. Господин Трапс. Надеюсь, вы не откажетесь поужинать с нами. Если по правде. Правду. О, правду приберегите для более позднего времени. Какую комнату вам предложить? С ванной или ту с выходом на террасу? Ту, которая поближе. Поближе к чему? Поближе. У меня муж, между прочим. Вы увидели тот, который вас привел сюда. Фридрих? У него уйма забот с моей машиной. Только он тебе не муж, а жених. Наверное, я это хотел сказать. Тем более, значит, тебе нечего бояться. Я здесь останусь. Мне нравится. Ты что? Простите. Не уходи. Сделаны из гефестона. Как на твой вкус? Неплохо. Это тебе. У меня уж такое есть, благодарю. У тебя такого нет. Но мне подарил мой муж. Твой жених, он тебе этого не дарил. Но я даже помню, сколько он заплатил за это. Слушай, врунишка, остановись. Этих товаров еще нет в продаже. Где ты мне посоветуешь провести вечер? Чтобы не заболеть от скуки. Танцует здесь кто-нибудь, что-нибудь? Вы собираетесь уходить? Разумеется, после ужина. А они вас не отпустят. Кто они? Разве сказала они? Я только имела в виду, чтобы вы готовились к самому худшему. У меня был трудный день. Я должен выпустить пар. Конечно, господин Трапс. Разрядиться. Конечно, господин Трапс. Как
Когда у вас ужин? Когда у вас ужин? Эй, где ты? Так сильно льет. Что они, вымерли, что ли? Нет, не вымерли. Нет, еще пока не вымерли. Добрый вечер. Бегу. Куда исчез наш судья? А он не исчез, он на кухне. У нас сегодня гость. Ого, чудесно. Наконец-то появился. Кто он? Он текстильщик. Это он тебе подарил, уже успел. Он не подарил. Он попросил это постирать. Постирать новую вещь Симона. Подарил. Он тебя больше ни о чем не просил? Нет, больше ни о чем. Зато он собирается пойти в селение поразвлечься. У него знакомые? Вряд ли. Думаю, что он сам хочет завести знакомство. А что на ужин сегодня? На ужин у нас сегодня так. Черепаховый суп. Стерлядь. Шампиньоны с сыром. Цыпленок. А на самом деле? Ну, я говорю правду, только правду. Не знаю. Скажи, что мы пришли. Господин судья! Гость, это хорошо. Хочу есть. Эй, хочу есть! Войдите. Войдите. Вас просят вниз. А? Вас просят к ужину. О, наконец-то. О. Я не позвонил домой, что задержусь. А надо бы. Скажите номер, я позвоню. Пожалуй, не надо. Спасибо. Я забыл позвонить жене. Он забыл позвонить жене. Я должен разрядиться, выпустить пар. Он хочет выпустить пар. Thank you.
Куда вы? Господин Трапс, мы ждем вас. Просим. Господин Трапс, а это мои друзья. Позвольте представить, пенсионеры и жизнелюбы, такие же, как и я. Польщен весьма. Прокурор в отставке Сорн. Трапс. Адвокат в отставке Куммер. Филе. Рад познакомиться. Чудесно. Я понимаю, господин Трапс, что вы с большим удовольствием махнули бы сейчас в какой-нибудь кабачок, но скромный ужин в этом доме кое-чего стоит. Уверяю вас, вино и игра – это все, что осталось нам на этой земле. И кулинария. И кулинария. И игра. Вы позволите предложить вам немного кампари для аппетита? Для аппетита? С удовольствием. Что это за игра? Несколько необычная. А, понимаю, господа играют на крупные деньги. С удовольствием приму участие. Нет, в такие игры мы не играем. Нет? А в какие? Мы играем в судебные процессы. Мы разыгрываем судебные процессы. Интересно. Обратите внимание, здесь собрался суд в полном составе. Судья перед вами настоящий, прокурор, адвокат тоже. Чтобы замкнуть круг, не хватает настоящего преступника. Вот именно, вы правы. Иногда мы заново проводим знаменитые исторические процессы. Например, процесс Сократа и даже суд над Иисусом Христом. Иисусом Христом? Иисусом Христом. Так, да. Судили Жанну д'Арк, рассматривали дело Дрейфуса. Поджог Рейхстага был на нашем судебном заседании. Очень интересен. А вот... Фридриха Великого мы недавно признали невменяемым и подвергли его изоляции. Интересно. Да. Действительно интересно. Чудесно. Но лучше всего, конечно, вы верно заметили, когда живой объект, живой материал, живой подсудимый. Могу себе да? представить. Только на прошлой неделе один член парламента, который приезжал сюда на предвыборную кампанию и опоздал на поезд, был приговорен нами к 14 годам тюремного заключения за шантаж и взятки. Строгий суд. Дело чести. Только не подумайте, что вы обязаны участвовать в этой игре. Ну так как же? Да нет, я буду с вами играть. О, браво! 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 Что вам предложить? Виски или водку? Для аппетита да. Виски. Сигарету. Благодарю, я не курю. Прошу. Благодарю. Насколько я понимаю, мне придется занять осиротевшее место подсудимого. Браво. Браво. Вот слова настоящего мужчины. Это я называю смелостью. Разрешите осведомиться, какое преступление мне будет приписано? А это несущественно. Преступление всегда найдется. Значит, мы заодно. Я ваш адвокат.
Ах, да. Я не сообразил. Полагаюсь на вас. Пойдем, Трапс, подышим воздухом. Надо радоваться каждому глотку жизни. Да. Простите, а ужин? Нас позовут. Говорите же. Пока время. Доверьтесь мне и расскажите подробно о своем преступлении. Тогда я могу вам гарантировать, что на суде мы отделаемся минимальным испугом. Я могу вас заверить, что... Будьте благоразумны. Наш хозяин, судья, всегда считался строгим, педантичным, а к старости это еще усилилось. А прокурор, он здесь, пожалуй, главная фигура, в свое время был мировой знаменитостью. Вы не слышали такой фамилии? Цорн. Как видите, наше положение нелегкое. Но, несмотря на это, мне обычно удавалось выкручиваться самыми маленькими потерями. И только однажды, когда слушалось дело об ограблении с убийством и изнасилованием малолетней, мне не удалось спасти обвиняемого. Да. Но, насколько я понимаю, вы не совершали грабежа с убийством. Нет, нет. А может быть... Нет, нет. Повторяю, моя роль в суде помогать вам избежать самого худшего. Но я безоружен, если ничего не знаю о совершенном. Я очень серьезно говорю. Бросьте. Разве я похож на преступника? А кто на него похож? Только в телевизионных передачах можно отличить преступника по лицу. Признайтесь мне, вы не должны меня стесняться. Я знаю жизнь, ничему больше не удивляюсь. Передо мной проходили судьбы, господин Трапс, открывались бездны. Вы можете мне поверить. Мне жаль вас, Кумер, жаль вашей игры. Но никакого преступления я не совершил. Любопытно, что из этого получится. Будет настоящий допрос. А как же? Это меня радует. Интересная игра. Я обязательно что-нибудь похожее заведу у нас в клубе. Там преступников хоть пруд пруди. К столу, пожалуйста. Начинаем. Суп портанья. Просьба. Взвешивайте каждое свое слово. Постараюсь. Дорогой гость, дорогой наш друг и подсудимый, ваше место. Дорогой прокурор, адвокат, наш друг Пеле. Симона, где черепаховый суп? Черепахи нет. Черепаха сбежала. Пожалуйста. Сухтаньи. Ой. Простите. Ничего, ничего. Отлично.
обвиняемый. Итак, что вы можете нам сообщить? Надеюсь, услышать об интересном, солидном грабеже. Откуда такая предвзятость, прокурор? Мой подзащитный является обвиняемым, не совершившим преступления. Не может быть. Как понять? Правда, это большая редкость в юридической практике. Но вам придется с этим считаться. Отличный суп. Не отвлекайтесь, господа. Да, авария, серьезно? Чепуха. Машина отличная. Впервые за весь год, чтобы что-нибудь случилось. А в прошлом году? В прошлом? Ах, да. Ну, тогда у меня был не Бьюик, а старый Ситроенчик 45-го года. О, Бьюик. Хорошая штука. И дорогая, и хорошая, хотел я сказать. Очень. И хорошая, и дорогая. Вот. Форель. 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 Пожалуйста. Масло, майонез. Масло. Напоминаю, будьте осторожны, вопросы прокурора не бессмысленные. Не беспокойтесь. Форель. Умоляю, принеси мне просто капусты. Капусты. Сорок пятого года? Дорогой наш гость. Форель. Дорогой наш гость, было бы интересно услышать о вашей частной жизни, об интимных отношениях с женщинами. Может, не жалеть никаких подробностей. Брось, смелей. Смелей. Вино отличное. Мы ждем. А помните, господин судья, с нами ужинал один сутенер. Он нам рассказал из твоей практики такое, что... Причем отделался только 4 годами тюрьмы. Ах, кумел старый развратник. Он освобождался от личного защитника. Вы иначе быть не могло. Я отнюдь не сутенер. К сожалению. Ничего похожего вам не расскажу. Моя жизнь совсем другая. Если у меня и бывает с женщинами что-либо на стороне, то только случайно, если вам это интересно. Случайно? Ваше здоровье. Юность у меня была суровой. Отец пролетарий, фабричный рабочий, озлобленный человек, мной совсем не занимался. Мать была прачкой, она рано постарела. Я мог кончить только начальную школу.
только начальную школу. Да, вам... Вам легко было выбиться в люди. Именно. Еще 10 лет тому назад торговал в разнос и шатался из дома в дом с чемоданчиком в руках. Адова работа. Бродишь с места на место. Ночуешь. Где я только не ночевал. С низов начинал. С самых низов. А теперь, уважаемые господа, взгляните на мой текущий счет в банке. Не хочу хвастать, но кто из вас имеет такой бюик? Будьте осторожны. Врагу не желаю такого детства, какое я выстрадал. И каким же образом вам удалось стать генеральным представителем фирмы? Не говорите так много и будьте внимательны. Кто вы такой? Помолчите, наконец! Вспоминать невеселое всегда тяжко. Труд делает человека. Любил повторять мой отец. Он прав. Конечно, прав. Но пока мы молоды, не понимаем, что сам труд – это только начало. Трамплин. Что это больше нравственная категория. Что к нему в подручные нужны воля, энергия, целеустремленность, твердость. Иногда граничащая жестокостью. Ага, любопытно. Говорите, говорите. Деловитость. Жестокость. Деловитость. Жестокостью, я сказал. Фортуна редко стоит лицом к бедному. Такова жизнь. Такова борьба. Вам что, вино не понравилось? Простите, ничего. А не скажете нам, как называется ваша фирма? Моя? Гефестон. Гефестон! А что это значит, Гефестон? Гефестон – это королева. Всех нейлонов, перлонов, мерлонов. Тонкая, словно туман, прозрачная ткань. Облегчающие страдания ревматиков. Угу. Безупречная ткань для военных, парашютов. И в то же время для пикантных ночных рубашек прелестных дам. Ткань, которая не только не мешает, а даже способствует пылу любви. Могу заверить. Способствует. Чудесно. Телячьи почки. Симонов, что вы разбили? Ничего, господин судья, ничего, вам послышалось. Простите, господа. Симона, уйдите, ты поранилась. Кровь. Ой. Ведь это томатный соус, Симона. Ой, слава богу, я так испугалась. Я тоже. Наследница моя. Да-да, наследница. Не говорите так. Иди, сделай капусту этому старому хорошо.
О, наконец-то, давайте ее сюда. Прошу. Пиршество богов. Где Гакса здесь? Не хватает сегодня вечером. Он понимал толк в этих вещах. Кто такой Гигакс? Он был моим директором, разбойник. Бывший генеральный представитель. Бордо отменное. Наверное, приятно и легко работать, когда твой директор жизнелюб. Знает толк в мясе и в вине. И во всем. Да. Но еще приятнее, когда ты сам становишься директором. Не так ли? Удивительный букет. Пока живы, друзья, надо принюхиваться к самым лучшим винам. И цветам. И девицам. И не терять меры при этом. К чертям мера. К чертям мера. К чертям. Господин Трампс, отчего умер ваш бывший директор Гигакс? Кто сказал умер? Вы спятили? Как? Как что? Я ошибся? И он что, в добром здравии? Нет, вы не ошиблись. Он мертв. Господи! Он скончался. Безумец вы! Наконец-то! Я говорю! Я говорю! Всплыл! Мертвец! Сальян Медок! За покойничка! За покойничка! Чудесно! Оставьте ваши жильцы, я всегда ничего не знаю! Умоляю вас, не пейте больше! Всплыл! Мертвец! Итак, займемся убитым. Кто сказал убитым? Я. К величайшему неудовольствию прокурора я должен заметить, что не каждый умерший убитый. Ведь бывает иногда, люди умирают и собственной смертью. Если всерьез, редко. Заманчивая теория. Практика, увы. Прокурор давит на психику суда своим извращенным мироощущением. Прокурор с фантазией позволил заметить не менее опасное явление, чем преступник с фантазией. А я польщен. Как вы его убили? Я протестую! Закусывайте, господа. Садитесь, адвокат. Почему вы не пьете, Элен? Я не поставлю вас в затруднительное положение, заявив, что Гигакс умер собственной смертью. Нисколько. Я ведь и не предполагал, что вы между бокалом белого вина и бокалом красного признаетесь в преступлении, которое вы сумели скрыть даже от федеральной полиции. Нет, не будем отчаиваться. Давайте восстановим ход событий. Господин Гигакс умер год назад. 8 месяцев назад. 8 месяцев. После того, как вы заняли его место. Незадолго до этого. Так а чего же он умер? Я имею в виду официальную версию. Версия тут единственная. Никто ему не помог, он умер сам по себе. Прекрасно. В настоящий момент это единственное, что мне хотелось знать. Только я вынужден повториться. Сам по себе никто не умирает. Даже старость не приходит сама по себе. Кто-нибудь да подталкивает. Вы еще молоды. Вы еще поймете, ничто само по себе не приходит. Это съезд скотоводов веселится.
Симона! Симона, свечи. Позвольте мне. Угощайтесь, Трапс. Чувствую усталость. Темпы нашего чревоугодия, надо признать, рекордные. А может быть, усталость еще и от некоторого нервного напряжения? Нервного ничуть. Но сделать небольшой перерыв было бы неплохо. Поддерживаю. Не возражаю. Перерыв. Пойдем, Трапс. Подышим воздухом. Идите, идите, посовещайтесь. Бег от инфаркта? Просто разминка. Вы волнуетесь? Это трогательно. Это ваше дело волноваться, поверьте. У прокурора плохо с поджелудочной железой, а у судьи предполагают рак желудка. Это их делает максималистами. 2 месяца тому назад тут проездом останавливался немецкий генерал с супругой, ему влепили 20 лет тюрьмы, но прокурор требовал смертной казни, судья поддерживал, и только мое искусство спасло его от виселицы. Грандиозно. Но с виселицы это уж слишком, вы преувеличиваете, друг. Смертная казнь у нас отменена? В практике государственной, да, но мы здесь у себя ввели ее снова. Именно возможность вынесения смертного приговора придает нашей игре напряженность, азарт. Но тогда для полноты азарта вам необходим палач. Ну, разумеется. Вот он и есть Пеле. Пеле. Я думал, он скотовод или трактирщик. Ну да, вы угадали. Он теперь и трактирщик. Но в свое время был одним из опытнейших мастеров своего дела в соседнем государстве. Но теперь уже почти 30 лет как на пенсии, но все еще не утратил своего мастерства. Откровенно говоря... Только откровенность. Я встал из-за стола. Где здесь туалет? Туалет? Как ведет себя гость? Судье он понравился. А тебе? Мне тоже. Он приставал к тебе? Да. Врешь. Он мне подарил такое, чего еще нет в продаже. Нет вещей, которых бы не было в продаже. Ты хочешь, чтобы я ревновал тебя? Мне бы хотелось. Сколько стоит такой ужин? Не знаю. Знаешь?
Много. Слишком много судья тратит на каждого гостя. Мне не хотелось бы, чтобы капиталец ушел на непристойные игры. Не считай чужих денег. Мне не понравилось, что ты говоришь чужих. Заткнись. Почему ты все-таки сказала чужих? О, Господи! Что мне с тобой делать? Эй, стража, черт возьми! Я взорву вашу хибару! У меня здесь динамита хоть отбавляй! Стража! Стража, эй, стража, черт возьми! Я взорву эту вашу хибару, если будете делать вид, что не слышите меня! Взорву, слышите? Вы хотели взорвать дом? Разве я сегодня не нужен? Нет. Однако я чувствую всякие запахи и слышу человеческие голоса. Может, это радио? Нет, это не радио. Я слышал голос Пеле. Они играют? Да. Пусть. Я не из обидчивых. Что-нибудь интересное? Нет. Текстильщиком и вояжер. Они только начинают. Что у него? Какое преступление? Он убил своего шефа. Убил, а? Как это он его? Не знаю. Некогда углубляться. Я вся в делах. Принеси мне немножко курицы. Курицы нет. А я ее слышу. Но это не курица, это цыплята. Сначала они пойдут на стол гостям. А разве я не гость? Гость! Всем хватит. По крайней мере, не стоит из-за этого взрывать дом. Я могу взорвать. Я знаю. Может, не надо? А? По крайней мере, не раньше, чем принесу сюда цыплят. Ты единственная, кого я предупрежу. Перед тем, как взорвать. Я знаю. Спасибо. Кто он? Тобиас. Это только имя. Кто он? Родственник. Я так и думал. Мне попадет от хозяина, если он узнает, что я вам показала Тобиаса. Разве ты мне его показала? Разве не я сам его открыл? Тем более, что вы на меня так смотрите.
Ваша машина готова. Только что приходил Фредерик, сказал мне, что она стоит у калитки, она на ходу, вы можете ее взять. Почему ты говоришь, приходил Фридрих, а разве он ушел? Мне показалось, я видел его только что в кухне. Он собирался уйти, это я его задержала. Я это имела в виду. У нас сегодня так много вкусного, что я хотела его угостить. А прислуге это не позволено, и если хозяин узнает, то мне попадет. Он очень хвалит вашу машину, Фридрих. Он сказал, что авария оказалась не такой серьезной, как показалось сначала. Слово, машина стоит у дверей, в полном порядке. Мне уезжать отсюда? Я так должен это понимать. Не знаю. Я только сказала, что машина ваша готова, и вы можете взять ее в любой момент. Реклама Гефестона. Это наша фирма. Ну, я не знаю, как для парашютов, но для постели это отлично. Успела примерить? Нет, только перед зеркалом. Я рад. Скажи, пожалуйста, где здесь ванная? Вы из полиции? Разве я похож на полицейского? Не знаю. Пожалуйста. Благодарю. Держи. Что там? Один хочет каплуна, другой хочет в туалет. Что с машиной? Смех. Ну? Это можно было сделать на дороге за 5 минут. Разрешите пожать вам пятерню? Адвокат мне рассказал о вашей прежней профессии. Вы понимаете, что я имею в виду? Угу. Я хочу сказать, что ничего не может быть приятнее, чем сидеть за одним столом с таким бравым человеком. Да. Я не ханжа и не обыватель. У меня нет никаких предрассудков на этот счет. Очень, очень, очень приятно. Чудесно. К вашим услугам, к вашим услугам. Я думал, что вы уже давно сбежали, что вас нет. Нет, нет. Я пожал ему руку. Кому? Пеле.
трогательно. Я рад. Я всегда рад, когда так неожиданно обнаруживаешь в человеке благородство. И даже, скажем, гражданскую смелость. Для меня сегодня это особенно важно. Кто такой Тобиас? Он взорвал дом и собственную жену. И? 5 лет назад мы приговорили его к пожизненному заключению, но, откровенно говоря, Тобиас заслуживал смертной казни. Но он так тонко разыгрывал невменяемого, что подкупил даже наш суд. 5 лет назад? И он все время здесь? Да. В качестве гостя. Когда у нас нет других гостей, тогда он играет роли исторических личностей. В последний раз он был орлеанской девой. А сегодня у него выходной. Из-за вас. Исторические роли развили в нем некоторые признаки мании величия, но в остальном это милейший человек. Чей он родственник? Не знаю. Чей-нибудь. Каждый из нас кому-нибудь родственник. Не так ли? Пойдемте отсюда. Или вы намерены нас покинуть, раз ваша машина уже в исправности? Ни в коем случае. Знаете, в чем прелесть этой вашей игры? Если мне, новичку, позволительно высказать свое мнение. Игра начинает казаться реальностью. Да. Как в кино. Да, пиршество подходит к началу. Но почему, когда нам было по 25 лет, мы подобное видели раз в году, а желудки у нас были крепкие, и ощущение вкуса острее и тоньше. А может быть, в этом абсурде есть своя мудрость? Господи, спасибо тебе, что ты нас создал такими, какие мы есть. Пиле прав. Встаньте, суд идет. Садитесь.
Дорогой Трапс, у вас было время обдумать свои показания. Ну, расскажите нам, пожалуйста, каким же образом вы убили своего шефа? Это я его? Ну да, раз он мертв. Вы, конечно, Гигакса отравили. Ничего подобного. Ну, скажем, застрелили. Тоже нет. Подстроили автомобильную катастрофу. Будьте настороже, это ловушка. Чепуха, мой дорогой защитник и мой дорогой обвинитель. Гигакс умер от инфаркта. Сколько ему было лет? 48. Цветущий возраст. Допустим, инфаркт. Но мы знаем, что человек в таком возрасте переносит инфаркт проще, чем азиатский грипп. Это не причина для смерти. Это был не первый инфаркт, может, даже не второй, не знаю. Никто не знает. Этот разбойник скрывал свою болезнь. Удивительно. Обычно люди хвалят своими болезнями не меньше, чем своими пороками. Гигакс молодился. Не за место на службе, а, скорее всего, из-за своей жены, которая была лет на 17 моложе его. Он сбегал без передышки на шестой этаж, где помещался его кабинет, выпивал подряд 5, а то и больше виски, и изображал этакого здорового, молодого и богатого счастливчика. Но я знал, что это не так. От кого вы все это узнали? От его жены. Сумасшедший. Жену его вы знали ближе. Да. Она была несчастная женщина. Искала сочувствия. Несчастная. В первую очередь из-за мужа. У Гигакса был непостижимый талант всех вокруг себя делать несчастными. Бывают такие персонажи в жизни. Знаю. И такие характеры часто становятся причиной преступлений. Причиной. И жертвой. Она нашла в вашем лице сочувствующего. Вы наступили мне на ногу? Это плохая примета. Разрешите теперь я вам наступлю? Нет. Да-да, это обязательно, иначе мы поссоримся, а этого мне не хотелось бы. Мы говорили... О вашей любовнице. Да. Да. Не сомневаюсь, вы меня поймете как надо. Ничего не утаиваю. Говорю суду правду и только правду, и буду стоять на этом. Юноша, вы очаровательны в своей искренности. Вы мне порой кажетесь подсудимым по призванию. Такое не часто встречается. Не часто. Спасибо. Да. Она любила меня. И я ее тоже. Это безнравственно, я знаю. Это безрассудство, наверное. Но в таком случае безрассудство открытое. И честное. Нашей связи я не стыдился и не скрывал. Над чем вы смеетесь, сограждане? Он не догадывается. Он не догадывается. Как ее имя? Вас спрашивают, как ее имя. Катрин. Вы все еще дружите с ней, с Катрин? Нет, нет. Не отвечайте. Не дружу. После смерти Гигакса нет. Заткнись. После смерти Гигакса я с ней больше не встречался. Один раз мы виделись. Вскоре после этого. Это уже была не встреча. Вы понимаете? Да. Вы только объяснились в вашей машине. Скорее всего, вы объяснили ей, что
в новой ситуации ваши отношения могут ее компрометировать, и вы разошлись. То есть вы отвезли ее на своей машине не к дому Гигаксу, разумеется, а куда-нибудь, ну, скажем, в парикмахерскую. Браво. Да, в парикмахерскую. Вы угадали? Или вы знали? Знал. Когда у женщины убивают мужа, и вслед за этим от нее уходит любовник, что ей остается? Парикмахер и косметичка. Правда? Как все просто. Пахнет смертным приговором! Пеле, по этому случаю не грех опрокинуть еще бутылочку. Кто принес? Шато Марго. Шато Марго! Шато Марго! Чудесно! Пахнет смертным приговором! Пахнет смертным приговором! Смертным приговором! Доломало. До виселицы тут еще далеко. Почему? Почему? Доломало. Да, так. Доломало. Вы отрицаете. Пока я отрицаю все. Или вы всерьез принимаете все сказанное моим подзащитным? А не кажется ли вам, что он просто водит вас за нос и забавляется этим? Что он говорит, Доломало? Это значит злой умысел, со злым умыслом. Доломало – это латынь, судебный термин для определения подготовленного, спланированного, часто хитроумного преступления. Это самая тяжкая характеристика преступления. Почему он вдруг заговорил об этом? Очевидно, он хочет квалифицировать убийство в вашем случае как преднамеренное. Доломало. Дурацкая шутка, не находите? Вряд ли это шутка. Если прокурор говорит, значит, у него есть материалы и аргументы. Посмотрим. Нет, он не забавляется. Доломало, без сомнения. Доломало. Доломало, 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 доломало. Убийство ассасина. Сонмище фурий вьется вокруг этого слова. Человек возникает из грязи. Доломало! Шляпает по грязи. Доломало! Доломало! Порождает грязь. В грязь превращается, пока наконец грязью не налипнет на подошвы своих правнуков. Вот вся песня, вот весь грязный круг, предназначенный человечеству. Итак, в счастливый путь, коллега Куммер! Если лекарство не вылечит, железо вылечит, железо не вылечит, огонь вылечит. Куммер, закрой дверь, сквозняк. Что-нибудь случилось? Доломало. Это я им задал хлопот. Надо, чтобы они не вздорили. Лучше, когда они добрые.
Бедный Тобиас. Остался без Каплуна. Он не любит Каплуна. Он уже спит. Всю прошлую неделю он был орлеанской девой. Процесс длился 5 дней, он очень измучился. Почему он, скажем, не ты? У них со мной ничего не получается. Я придумываю всякое, что в голову приходит, и каждый раз разное. Они путаются, не могут найти концов. И потом пытаются судить меня за ложные показания и штрафуют. Я для них не гожусь. Да. Моя машина на месте? Конечно. Тогда я, пожалуй, поеду. А как же они? Вы же им сказали, что не поедете. Я передумал. Боюсь, только нет моей машины. А я вспомнила, ее действительно нет. Фридрих увел вашу машину. Вы понимаете, когда он чинил мотор, он покалечил руку, левую, и поехал в аптеку или к врачу. Или к девицам в туберкулезный санаторий повеселиться. Ну, это пусть. До свадьбы он волен делать все, что угодно. А вот после свадьбы я заставлю его вязать. Не хуже, чем... А меня ты не хочешь заставить делать что-нибудь полезное? Минеральной воды нет, к сожалению. А? Нет минеральной воды. А. О чем вы? О чем вы? А господин Трапс рассказывал о своем брате, капитане федеральной полиции. Он свой человек в полиции. А потом он попросил минеральной воды, а... Разве минеральная кончилась? Нет, я вспомнила. Она есть, а вчера... Вчера ее привезли. Разве вчера привозили продукты? Уходи, Симона, уходи. Прошу. Ну да, конечно. Раз ваш братец капитан полиции, понятно, почему ваше дело ускользнуло от гражданского суда. Без братца не обойтись. Ну что, обвинение готово выступить? Да. Перерыв кончился. Тишина. Подсудимый, к вам это относится в первую очередь. Пересядь. Обвинение. Коротко и по сути дела. Не забывайте, что поговорить хочется не вам одному. Вам здесь будет удобно? Конечно, очень удобно. Обвиняемый сомневается в своей виновности. Вполне естественно. Кому из нас известно о собственных преступлениях, совершенных или еще не совершенных, еще только зреющих в серых тайниках мозга? Я убежден, что даже судья не всегда готов к откровенности с самим собой. Возможно. Но не обо мне здесь речь пока. Короче, если Трапс убийца, в чем я глубоко убежден, и я это докажу, то мы переживаем необыкновенно торжественные минуты.
Я хочу прежде всего поздравить нашего дорогого преступника, потому что без настоящего преступника нет настоящего преступления и настоящего правосудия. Это философская сторона? Пока нас интересует сторона техническая. Это философская сторона. Разве я не сказал, что нас интересует техническая сторона? Повременим с философией. Адвокат, у вас есть вопрос? К обвинению. Совершил ли мой подзащитный какое-либо преступление? Убийство. Кого он убил? Гигакса, своего прямого шефа. Мужа своей любовницы. Мотивы преступления? Занять место жертвы. Встать на более высокую социальную ступень со всеми вытекающими отсюда материальными и моральными выгодами. Так, значит, преднамеренное. Отлично. Расскажите, как это преднамеренное было задумано и выполнено. Я не стану расспрашивать Трапса, ощущал ли он физическую неприязнь к Гигаксу. Ну, скажем, глядя на его Гигакса, портрет над супружеской кроватью Катрин и Гигакса. Или на фотографию Гигакса в рекламном проспекте. Возникало ли у Трапса желание сжечь, смять, разорвать этот кусок бумаги? Я не буду спрашивать. Картина для меня ясна. А вы уже спросили. У вас допытываются о ваших снах, а вы отмалчиваетесь. Это совсем не в ваших правилах, Трапс. Пожалуйста. Не было неприязни. Скажу, Гигакс для меня был не более чем нечто неодушевленное. Как стол или как, например, стул, на который, прежде чем сесть, приходится немного нагнуться. Можно ли чувствовать неприязнь к дереву или к металлу? Нельзя. Именно это я и хотел услышать. Наш дорогой подсудимый, я его, кажется, поначалу немножко недооценил, весь вечер говорит только то, что вам хочется услышать. Я ему за это признателен. Думаю, как и он мне. Мы с ним рука об руку идем к одной и той же цели. Разница лишь в том, что эта цель вам известна, а ему нет. Нет, нет. Я знаю так же мало, как и он. Но вы уверены, что убийство совершено? Я уверен, что да, но не знаю этого наверняка. Он уверен, что нет, и тоже не знает этого наверняка. В этом наша близость, наше родство. Прокурор, я должен сознаться. В чем? В чем еще хотели бы вы сознаться? Сегодня самый лучший вечер в моей жизни. Обвиняемый, милый Трапс, будем говорить друг другу ты. Зови меня Курт. А меня Альфредо. Как все изменилось. Если раньше мы только преследовали обвиняемого, то теперь преступник встает перед нами не как враг, а как друг. Как друг. Мы можем прижать его к груди. Мы учимся ценить его и любить. Его ответная симпатия рвется нам навстречу и рождает братские чувства. Когда чувства эти установились, все дальнейшее дается уже легко. Преступление перестает быть мучительным. Приговор становится отрадным. Так позволь же мне, Альфредо, в связи с раскрытием убийства, произнеси слова признательности. Курт, доказательства. Курт, доказательства! Будь уверен, будут. Будут. За тебя. За тебя, Курт. Меня зовут Вальтер. За тебя, Вальтер. Адвокат имеет вопросы к подзащитному? Трудно разрушать логику обвинения, потому что нельзя разрушить то, чего нет. Не задохнитесь, пожалуйста, раньше времени. Обвинение основывается на презумпции виновности общества и каждого из нас в том числе.
Веселее, мой друг. Игра не терпит нервозности. При чем тут игра? Тут уже не до игры. Это наш родственник. Он посидит здесь, если позволите. Он нам не будет мешать. Пожалуйста. Ответьте мне, подзащитный. Вспомните день смерти Гигакса. Какая была погода в этот день? В этот вечер? Пусть вечер, после трудного делового дня. Был сильный ветер, очень душно, деревья воровало с корнем, горячий ветер, тучи, но дождя не было. Нет, дождь был. Но уже после всего этого. Отлично. Вот вам и внешний толчок, который способствовал смерти. Мы знаем, что именно при сильном фене происходят массовые инфаркты, инсульты и тому подобное. Да, это так. Да. Горячий ветер, я понял. Фен. Кофе. Ты хочешь кофе, Альфредо? Кофе? С удовольствием. Симона! Да. Да-да. Кофе. Черное? А разве... А вы предпочитаете с молоком? Браво. Скажи, пожалуйста, каким образом ты догадалась, что нам именно сейчас хочется кофе? Господин прокурор обычно угадывает. Господин Пиле. Господин прокурор обычно угадывает, что хочет делать, и делает преступник. А я заранее знаю, что хочет делать суд. Я не угадываю, я мыслю. После такого ужина люди обычно пьют кофе. Или десерт. Или чай, или то и другое, или вообще ничего. Прошу вас. Господин Пиле. А вообще сижу тут в коридорчике и все слушаю. Я публика. Тебе интересно? Благодарю. Нет, я ничего не поняла. Я даже думаю, что никто ничего не поймет из того, что вы тут говорите. Я даже не могу понять, кто из вас хороший, а кто плохой. Мы сами еще не знаем. Прошу вас. Вальтер, Фен, горячий ветер. Дорогой Альфредо, нет ли при тебе твоей фотографии, которую ты мог бы оставить нам на память об этом вечере? Какие милые. Ты любил ее? Кого? Кого-нибудь. Нет. Я имею в виду жену Гигакса. А, Катрин? Да. Ты сказал да, но ты еще вправе отказаться от этого. Разве ты так точно различаешь, что такое любить, любовь? И что такое увлечение, флирт? Я на твоем месте отказался бы от своего ответа. И подумал еще. Не следует торопиться. Ну хорошо, а Гигакс любил свою жену? Да, конечно. Гигакс любил свою жену, Катрин. Да. Да. Ну и что? Могу поручиться, кроме Катрин ему некого было любить. Начинаю верить в человека и правосудие. Альфредо, будь внимателен. И если я в чем-нибудь ошибусь, не стесняйся, поправляй меня. Альфредо еще год тому назад ездил на стареньком Ситруэне. А теперь терпит аварию в отличном Бьюике. Итак, что же произошло? Каждый год тысячи людей бросают старые Ситроены и покупают новые Бюйки. Ну и что?
Именно ничего. Подозрение зародилось, когда мы услышали, что от сердечного приступа умер его шеф. Гигакс. Каждый год от сердечных приступов умирают тысячи людей. Абсурд. Да. Да. А где же еще искать истоки правды? Кто? Кем? Каким был Гигакс? Умерший, убитый, убранный. Он считал, что представляет собой идеального образцового мужчину, не так ли? Он даже не допускал мысли, что ему могут изменить. Да, никогда в жизни. Главным для него было дело, фирма, успех, преуспевание, он сам. Предполагаю, он даже не интересовался другими женщинами. Пожалуй, нет. Да вот именно поэтому весть об измене была для него потрясением. Ты его доконал, Альфредо. Доконал. Измена Катрин была новым, неожиданным, неиспытанным еще. И поэтому роковым ударом для твоего мошенника. Курт. Что Курт? Ты ездил на стареньком Ситроэне. И твоим врагом был владелец Бьюика, правда? А теперь, Альфредо, ты едешь по дорогам, и слева, и справа выныривают новые модели машин. И тебя обгоняют снова. Не так ли? Пора готовиться к новому убийству, Альфредо. Курт, поделикатней. Я только хотел сказать, что страна богатеет. Страна богатеет. Страна богатеет. И кому не хочется испытать это на себе? Пора опять менять машину, Альфредо. Да. Да, как ты встретился с Катрин? Ты приехал к Гигаксу в квартал особняков вечером на старом Ситруэне. Часов в шесть? Семь. Семь к шефу не ездит. Вероятно, в начале седьмого. Гигакса не оказалась дома, была его жена. Она еще не была для тебя, Катрин. Ты еще не любил ее, Альфредо. Я молчу. Она еще была госпожой Гигакс. Вы уселись вдвоем на диване. Ты еще не любил ее. Ты ненавидел Гигакса и только. Она тоже. Ну хорошо, Катрин здесь нет, и мы можем оставить ее в покое на время. Ты меня пугаешь, Курт. Ты меня пугаешь, Курт. Первый же вечер вы задержались на диване. Ты еще не любил ее, напоминаю. Встреча повторилась, вы стали внушать себе, что вы влюблены, но на уме у вас было только одно – унижение Гигакса. Вы убивали его каждой своей встречи. Ненависть была вашей любовью. Ненависть была нашей любовью. Но потом ты дождался подходящего момента, провоцировал скандал и этим убил Гигакса. Я уже говорил об этом, Фен тут ни при чем. И на радости, что свершилось заветное, ты бросил Катрин, которую, возможно, и полюбил после того, как вы расстались. Вот поэтому иногда тебе кажется, ты любил ее все время. Да. Нет.
Неправда. Ты должен был ее ненавидеть, конечно. Ты же унижал себя, когда добивался ее. Ты должен был ее ненавидеть. Ты ее ненавидел не меньше, чем Гигак. Нет. И ты ненавидел ее. Ты ненавидел Кэтрин. Господин судья, взгляните на подзащитного. Я протестую. Протест отклоняю. Они подружились. Ничего в этом преступного не вижу. Я поняла. Это смешно. Это очень смешно. Симона, уходи, прошу тебя. Иди спать. Или нет. Принеси десерт. Иду. Обвинение закончено? Я спрашиваю, обвинение закончено, значит, я что-то прослушал. Виноват. Я забыл сказать. Значит, поскольку наш друг во всем сознался, я имею удовольствие требовать от высокого суда смертного приговора, да? Смертной казни. Да. 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 В награду за преступление, которое вызывает удивление, восхищение, уважение и с полным основанием может считаться одним из красивейших преступлений нашего времени. Погодите. Разрешите мне высказать свое скромное мнение. А вы уверены, что вы еще не все сказали? Разрешите. Вы уверены, что у вас есть что сказать? Да, да. Что ж, пожалуйста. Тебе не темно? Нет, я слушаю. Говорите. Если уважаемый суд захочет судить моего подзащитного, он должен будет судить самого себя и все наше общество, которое все больше погружается в хаос цивилизации. Что он говорит? Болтун, откуда такие берутся? Что мы увидели сегодня? Перед нами самый обыкновенный человек и самая обыкновенная судьба. Да. Вокруг идет жестокая борьба за место в жизни, но представить смерть сердечно больного, делового человека как умышленное убийство – это фантазия и абсурд. Конечно, мой подзащитный жил по жестоким законам делового мира, но он не нарушил законов общества, в котором он живет. А убийство разве не нарушение? Говорите о деле. Трапс. Возможно, он был готов убить своего шефа. Чего так не представишь себе мысленно, но именно только мысленно, потому что мы, к сожалению, не способны убить тех, которых, может быть, и следовало бы. Но мы должны к этому стремиться. Каким образом? Мой подзащитный простодушен. Он добрейшее существо. Но сегодня он возомнил, что он личность значительная, что он способен на преступление, что он совершил то, чего никогда в жизни не задумывал. Я только об этом и думал. Но вы этого не сделали. Но я думал! Каждую ночь. Трапс. А Катрин, вы ее не любили? Разве это была только ненависть? Господин судья, я требую вашего участия. Уже пора. Я хочу сказать, что мне больше нечего сказать.
Так. Чудесно. Разрезать торт должен ты. Ты у нас сегодня именинник. Дола мало. Это я пекла. Бриаш. Я. Извините, друзья, запас слов у меня вне моей специальности. Не такой уж обширный. Это у каждого. Но я впервые этой ночью понял, что значит жить настоящей жизнью. Суд удаляется для вынесения приговора. Во всяком случае, я родился заново. Да, заново. Может быть, эти слова недостаточно сильные. Извините меня. Я с трудом выражаю то счастье, которое охватывает меня, кипит во мне и тому подобное. Нет, ты опять очень хорошо сказал. Благодарю. Пиле, не сочти за труд. Спустись за шампанским. Чудесно. Я, кажется, много выпил. Не ты один. Я помогу Пиле. Не возражаю. Подождем. Подождем. Прокурор просит шампанское принести. Прекрасно. А почему мрачный? Чувствую, опять кончится тюремный приговор. Ты прослушал главное. Дай им шампанское. Палач никогда не должен терять надежду. Я возражаю. Не возбуждайся, Тобиас. Это люди, которые прошли через этот дом. Ну, далеко не все, конечно. Не у каждого было при себе свое фото. Это сутенер. Ну, помнишь, о котором вспоминал Пиле? Вот, немецкий генерал получил у нас 20 лет. Ну, довольно популярный писатель заезжал к нам. Трудный случай. Аристократическая пара. Он и она. Слушай, Альфредо, а твоя жена, она знает о Катрин и обо всем остальном?
Правильно, Трапс. Теперь уже поздно что-нибудь скрывать. Да. Теперь только приговор. Конечно, только приговор. Приговор. Да. Приговор. 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 Ну что ж, увидим, кто прав. Итак, дорогой Альфредо Трапс, ты стоишь перед лицом частного суда. В этот торжественный момент позволь тебе спросить, признаешь ли законным наш приговор, вынесенный не государственным, а частным судом? Признаю. О, прекрасно! Я поднимаю бокал. За правосудие и за милосердие. Я исходил из того все-таки, кто же прав, прокурор или защитник. С одной стороны, ты действительно невиновен. Нет, и не только потому, что убил без оружия в руках. В нашем мире привычно взять человека за горло, если несчастье ближнего принесет тебе пользу. Наступай, дави, действуй. Формально ты невиновен, но ты убийца, Трапс. И сам это признал. Да, да. И ты пришел в дом к четырем старцам, которым уже наплевать, как сходит с ума мир. Мы уже не живем в нем. И нам безразлично, что творится в этом мире, из которого мы тоже скоро уйдем. Ой, как он говорит. Уйдем. Прекрасно. Шампанского пили. У твоего судьи рак желудка. Хотя юридический приговор основан только на том, что подсудимый сам признал свою вину. Это, в конце концов, есть самое главное. Браво, судья! Наше правосудие сегодня странное, отставное правосудие. Но это именно правосудие. А приговор? Приговор. 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 Суд решил приговорить нашего прекраснейшего, милейшего Альфредо Трапса к смерти. Хей, ура! Браво, судья, браво! Браво! Благодарю! Я понимаю, Альфредо. Дорогой судья, понимаю. Еще шампанского. Однако ты не совсем законный счастливчик. Ибо здесь возможен только условный смертный приговор, от которого я отказываюсь. Правда, все мы должны признаться, что Альфредо сегодня показал себя вполне достойным партнером и как образцовый участник игры может быть принят в наше общество. Я устал. Он только ждет, что все ушли спать. Трапс, дорогой! Альфредо, дорогой! Поздравляю! Поздравляю тебя! Поздравляю, дорогой! От души! Мало. Дола. Пиле.
Эх, умер. Соды? Да. Ему плохо. Что делать? Соды опять требует. Тебе скоро понадобится адвокат, Симона. Я догадываюсь, что ты задумала. С Трапсом? Нет, с судьей. Пожалуй, после такого пора и в кровать, баеньки. Это будет наградой за все волнения. Палач! Палач, проводите осужденного в комнату для приговоренных к смертной казни. Господин Трапс! Пойдем. Пойдем. Поделикатней. Вы, наверное, уже многих. Я хочу сказать, уже многих провожали. Есть практика. Ага. Друзья, осужденный на смерть, уходя, приветствует вас. Пойдемте. Вот вы и споткнулись. Вы еще хорошо идете. Спасибо. Должен сказать, что люди иногда ужасно боялись. Прямо не могли двигать ногами. Я стараюсь сохранить мужество. Отличная комната. Не надо лицемерить, господин палач. Я вас понимаю. Итак. Дрожите. Сейчас все пройдет. Давайте снимем пиджак. Я сам.
Я сам. Решить я вам помогу. Это необходимо? Так удобней. Ну, хорошо. Расстегните воротник. Воротник расстегните. Понимаю. Хорошо. Вы замерзли. Боюсь, что я простудился. Ботинки. Ботинки снимите. Нет, ни к чему. Послушайте, вы же воспитанный человек. Неужели вы будете спать в ботинках? Спать? Вам не хочется уснуть? Хочется. Кончайте. Что вы здесь делаете, Пиле? Тише хотел завести. Завел? Завел. Пойдем. Эй, кто-нибудь! Эй, стража! Я здесь. Ваш костюм? Благодарю. Могу войти? Да. Доброе утро. Пожалуй, пора гасить свет. Вас приглашают к завтраку? Нет. С меня хватит. Голова трещит. От чего это? Выпили не так уж много. От болтовни трещит. Ну что вы? Вы так прекрасно вчера говорили. А каков судья? Дерьмо, ваш судья. Не трогайте судью. Не надо. Все. Болтуны и дерьмо. И я тоже. Ты?
Ты не пришла ко мне ночью. Почему? Мне бы господин судья этого не простил. О, браво, господин судья. А твой жених? А он делает все, как хочет, господин судья. Он не ревнив. Он думает только про одно. Про наследство. Он рассчитывает, что весь дом и все это достанется мне. После смерти, разумеется. Конечно, после смерти. Умница, твой жених. Да, он такой. А ты? Мне это безразлично. Я об этом не думаю. Я честно выполняю свой долг. И потом, он очень болен. Судья? Да. И все эти игры, скорее, чтобы забыть свою болезнь. Ты ожидаешь смерти, старика? Что вы? Да. Да. Нет. Нет. Ты иногда даже думаешь о том, как помочь ему, чтобы смерть спасительницы пришла скорее, как можно раньше. Да. Нет. Да. Да. Нет. Да. Да. Смелее. Смелее. Одно слово правды. Он очень одинок. И кроме меня, у него никого нет. Браво, Симона. Браво. Моя машина на месте? Да, к сожалению. Да, столько лет прошло. Теперь я живу один. И Симона, разумеется. Но она сама по себе, в известном смысле. Она скрашивает мое одиночество. Скажи, Зигфрид, ведь в правосудии, если оно настоящее, есть своя красота. И красота, и вкус. О, Альфредо, как это понимать? Разве вы не позавтракаете с нами? Спасибо, нет. После вчерашнего следует сделать разгрузочный день. В вашем-то возрасте, Альфредо, о чем вы говорите? О, разрешите познакомить вас. Господин Шпигель, вице-президент общества скотоводов. Да, это они и вчера орали на всю округу после выборов. Да, оказывается, мы с ним коллеги по университету. Вот случай свел нас после стольких лет. Чудесно. Думаю, что он согласится заночевать у нас. И поиграть. Не знаю, надеюсь. Я очень рад нашей встрече. Если когда-нибудь будете в наших краях, то... Можно вас на два слова? Извините. Мой долг сказать вам. Берегите Симону. Она золото. Если когда-нибудь буду в ваших краях,